Господь так любил, что оставил небо и родился в грешном мире, чтоб людей спасти, чтобы каждый смертный, как бы грешен не был, вместо горя, скорби, счастья, радость мог найти. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную семью. Неужели в сердце для Христа нет места? Неужели не поймет оно его любви? Неужели напрасно на кресте том страшно проливал он за тебя поток святой крови? Чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную семью. Бог нас всех так любил, что оставил небо, и нет больше той цены, что за тебя Он дал. Так приди сегодня на призыв Господний, отзовись, ведь Он тебя так долго-долго ждал. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную семью. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь.